Уверен в своей музыке и хочешь быть услышанным? Это твой шанс, потому что Holden Market и ребята из канала VNV запустили совместный конкурс, ссылка на который будет в описании. Конкурс проходит на двух площадках, это ВКонтакте и Инстаграм. Туда вы можете присылать свои треки в комментарии. 30 октября на канале VNV пройдет стрим, на котором они выберут двух победителей. Один получит возможность снять с ними совместную реакцию, а другой — бесплатное продвижение от Holden Market. Участвуйте, ссылочка будет в описании. Салют всем, с вами Мастхед, это новый дайджест, сегодня мы слушаем Джарахова, смотрим новый клип Бустера Джарахова и Егора Крида на самый худший трек, и Маркул дропнул клип на интруху, чтобы мы наконец-то разобрались во всем этом. У меня, кстати, недавно вышел трек, послушайте, ссылка будет в описании, на паблик ВК, а так, давайте приступим, потому что я очень хочу посмотреть клип на интруху. Окей. У меня что, ускорение стоит? Нет. Куба Либре. На альбоме будет трек с таким названием. И это интересно. Ну а так это какой-то бар. Еще играет вот эта тема с BID, типа опускаясь в бездну. Окей. Ебать мрачная картинка, нахуй. Жутко тепло, укрывай меня тень. Это очень атмосферно, во-первых, а во-вторых, это выглядит как какой-то фильм. Вы посмотрите, это пиздец. Это еще продюсеры, да? Типа там, по-моему, это шумно был, здесь Куок. Сам Марк сидит. Там Салуки, вот этого типа я, кстати, не знаю. Но это, походу, реально все продюсеры альбома. Это прикольно. Еще вот это грехи, как я полагаю, Прайд, Слуз, что-то. Я не прям... В душе не ебу, как это переводится, но это, походу, смертные грехи как раз. Граффити, ебать, он такую... Ебать у него... Ой, мужики, это просто пиздец. Он граффити рисовал. Он выпустил вот это про... Ебать. Там, по-моему, Cloud Money был, да? Я была еще до того, как придумали любовь. Но и наслаждались, и будут наслаждаться, пока на земле найдут... Бля, я в ахуе с этой работы, это что-то нереальное, нахуй, это просто пиздец. Охуеть. Хотя бы последних два человека. Все змеи шипят, пытаются петь, и делаю шаг, спотыкаюсь от них. Ведь я укротитель змей, поработить их всех. И так и не смог расставить настройки, чтобы любить людей. Я укротитель змей, моя обитель слей. Я люблю диких стоны и крики, я подожгу дизель. Все змеи шипят, пытаются петь, и делаю шаг, спотыкаюсь от них, ведь я... Бля, интруха-то пиздец сильная. Даже, ну, типа, учитывая, что тут 8 строчек, ну, это, во-первых, ой, бля, как я предвкушаю альбом, это просто пиздец. Вы послушайте и посмотрите на это шедевр, нахуй, это искусство, кроме шуток, типа, я не видел ничего лучше. То есть клип очень атмосферный, блядь, как это все выглядит, это просто пиздец. Бля, ебать, что нас ждет, это просто... Пацаны, реакция на альбом 100% будет, потому что
Я не могу такое пропустить, там, бля, разъёб. Я пока не выкупаю концепт, потому что я не понимаю, на обложке он все-таки вот типа на туре, и на обложке он стоит около какого-то театра или что-то. Но концепт определенного альбома есть, и мы это поймем, когда будем его слушать. Но то, что я сейчас увидел, это блядь, реально шедевр, то есть, типа, no cap. Как это снято, блядь, это пиздец. Я в ахуе, короче, я ничего не буду говорить, это 100% 10 из 10. Это, наверное, лучший клип, который я видел. Ну, типа, кроме шуток, это прям очень пиздато выглядит. То есть, и атмосфера этого всего, вот Аника хорошо вписалась в эту темку. И Марк потом залетел, блядь, это очень сильно. Я жду альбом. Осталась неделя, блядь. Я хочу это услышать. Идем дальше слушать Егора Крида, но это типа, ну, Марк выдал уровень. Короче, я переслушал интруху трека Марка на альбом. И она такая же, как в клипе, поэтому, ну, типа, оставим эту тему и будем смотреть клип на самый худший трек от Крида, Джарахова и Бустера, снятый на iPhone. Я не смотрел специально видос, как они снимали этот клип, чтобы потом посмотреть, что получилось в итоге. Давайте глянем. Про. Okay. Им понадобится очень много времени, чтобы понять это. Блин, очень тихо, пипец. Ты не любила пацана, изменяла без конца. Каждый день гриб деньги в карман. Я сломал тебе пацан, сука. Ты не любила пацана, изменяла без конца. Бля, прикольно по спецэффектам-то, прям хорошо, типа. Все эти переходики очень-очень-очень-очень хорошо выглядят. Мне нравится. Теперь мы, кстати, поняли, кто сломал WhatsApp, да? Инстаграм и Facebook. Пацаны, ну, предупредили бы хотя бы, ну, ёбаный рот, ну. Деньги в карманах. Я бы взломал тебе WhatsApp, сука. На мне сейчас две вьетнамки, и я не про тапки. Они меня сосут, мне срочно нужен раптор. Она делает миньон, мне говорит, я гадкий. Джарахов хотел съесть меня, но, блядь, я слишком... Не, прикольно, по переходам все интересно, вот, мне нравится. Ну что, твой кореш не сига, но твой кен шестерка. Они знают, что я друг, как будто терка. Постоянно в топе, я как будто тёлка. У меня есть шишки, я как бы, блядь, сейчас что сна. Я очень больной, ведь у меня повязка. Ношу её со мной, она как будто паспорт. Бля, ну это, знаете, прям типа какой-то постороничный немного клипак. Болтается между ногом. Бля, давай зам. Болтается между ногом, она как будто яйца. В ТикТоке так много злых детей, они булят, будто пуля. Речь не про торты, свечи, но мои пацаны задули. Все, заебался, надержи наушники. Я! Я, она выводит меня из себя, но я снова войду. И они называют меня вор и речник. Да не, прикольно, посмотрите, ну типа, видно, конечно, что это вот прям, ну так, ну типа, немного дешево выглядит, но при этом все органично смотрится, блядь, интересно, прикольно, с кайфом. Про войну. Я хукаю ее членом, но я не на мету, блядь. Залупим. Может так и оставить, да? Не, ну по переходам зато все охуенно. Ну типа прям... Прям хорошо. На, спасибо, антивирус, соси, болт. Изменяла без конца. Каждый день гриб деньги в карман. Я сломал тебе пацан, сука. Ты не любила пацана. Изменяла без конца. Каждый день гриб деньги в карман. Я бы взломал тебе WhatsApp, сука. Да не, прикольно. Знаете, это вот... Это прям как-то атмосферно смотрится. Интересно. Да, знаете, вот что-то типа такого дешевого, одна локация, но при этом прикольные эффектики, все переходы. Все это очень лаконично и гармонично смотрится. Все интересно в целом. По треку у меня мнение особо не изменилось. Он типа... Ну, он простой. То есть я его не добавил, я его особо не переслушивал. Да, прикольно, по панчам, но в плейлист я не хочу это добавлять. Ну, типа, когда я это буду слушать? Неинтересно. Сейчас альбом Марка выходит, ну, типа, вот что надо слушать. Ну, а так, клип прям... Вот эти вот все темки, это прикольно. Знаете, это не выглядит
заколхожено, что ли. Я вот, ну, не знаю, как это объяснить, но, наверное, это идеальное, типа, слово. Это выглядит интересно. Это могло быть колхозно, если бы было очень много переходов. Ну, типа, это очень прям на грани все. Очень на грани. На тонкой причем грани. Но при этом вроде прикольно. Окей. Ну, я бы поставил этому клипу... Сколько там? Ну... Ну, восьмерочка. Восьмерочка точно есть хорошая. Потому что для меня клип атмосферен. То есть... Я вот угарнул вместе с пацанами, грубо говоря, через клипак. Напишите свое мнение по поводу клипа в комментариях. Будет интересно его почитать. Ну, а так, идем дальше. Ильдар выпустил, как я понял, первый сингл с альбома «Бегу по кругу». Говорил что-то прям очень такой грустный трючок. Ну, давайте послушаем, заценим, потому что... Ну, если погрустить, то хочется, и надо послушать. Ну, не дай бог, я не загрущу. Это вообще не по-пацански. Родной город стал таким чужим. Собирай вещи, давай убежим. Опять начать с нуля. Мне нечего терять. Бегу по кругу, мой каждый день пятница. Я затянусь, но раны не затянутся. Снова напьюсь, но я не пьяница. Я отмечаю свое одиночество. Бегу по кругу, мой каждый день пятница. Я затянусь, но раны не затянутся. Снова напьюсь, но я не пьяница. Я отмечаю свое одиночество. Бля, он специально сделал, интересно, одиночество. Ну, типа, оно ни с чем не рифмуется. То есть пьяница, пятница, не затянутся, одиночество. Это какая-то специальная фишка. Скурю последнюю перед вокзалом. Я провожу этот город глазами. Осталось так мало воспоминаний. И еще меньше минуты с опционом. С чистого листа в поисках истины. Но все мы... Не, звучит приятно, звучит очень приятно. Листы давно исписаны. Я потерял себя в четырех стенах. Поменял город, но город меня не поменял. Окей. Я не знаю, чего ждать. Ведь там меня не ждут. Дороги, поезда. Куда же я бегу? Бегу по кругу, мой каждый день пятница. Я затянусь, но раны не затянутся. Снова напьюсь. Куплет хорош. Припев, вот одиночество, вот у меня к этому одиночеству, типа, вопрос. Ну, хотя им Ильдару похуй, да, он типа, вот так, надо отъебись. Зато по смыслу подходит. Но я не пьяница, я отмечаю свое одиночество. Бегу по кругу, мой каждый день пятница. Я затянусь, но раны не затянутся. Снова напьюсь, но я не пьяница. Биток приятный, типа, вот эта вот гитарка наиграна. Очень, очень хорошо. В принципе, прям... Окей, есть такое грустное настроение, вайб передается. Я отмечаю свое одиночество. Без бриджа, да? Ну, во-первых, трек мега короткий, ну, типа, прям очень короткий. Но при этом он атмосферный. Прикольно передается настроение. Интересно, Ильдар подает вот эту лирику, то есть под эту гитару он звучит очень приятно. Очень гармонично, прям, ну, типа, я, знаете, я вот не разделяю бит и голос, а для меня это вот целостная композиция. Поэтому я считаю, что это хороший трек. Я бы его еще раз переслушал, я думаю, я добавлю его в плейлист, типа, на девяточку этот трек точно тянет. Вопрос только к одиночеству, ну, типа, но... Опустим его, опустим, похуй. Напишите свое мнение в комментариях по поводу этого трека. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики и стримы. Вот что-то со стримами, конечно, если хотите новый стрим, ну, типа, давно не стримил, если хотите, чтобы я постримил, напишите в комментариях, реально. Подписывайтесь на инсту подо мной, в описании есть ссылочка на группу ВК, там вышел новый трек, поддержите, мне будет очень приятно. Ну, а так вообще, в принципе, все. 20 тысяч подписчиков на канале добьете, бля, каждого расцелую. И нечего мне больше сказать. Всем спасибо, что посмотрели. Всем удачи и всем пока.